А на прошлый Новый год к нам очередной раз через трубу залез Дед Мороз. А потом неожиданно из командировки вернулся папа. Когда в большой город приходит Новый год? Мне вчера загадку загадали. В темной комнате на белой простыне 2 часа удовольствия. Сказали, что это кино. Новый год! Любимый год! Извините, что я говорю, когда вы перебиваете. Страшночно, Самара Кис, с Линой Шаховой. Говорите, говорите, я всегда зеваю, когда мне интересно. Все случится 31 декабря. Проведем новогоднюю ночь вместе. И не забудьте переключить телевизор. И спать хочется, и родину жалко.